замок, верно, неподалеку. Не теряем бдительность! Проклятье! Так, я переберусь через стены замка. Отлично. Бдительная тут стража. Осталось пробраться в замок Эда. Thank you.
Только с той стороны. Come on.
Наконец-то я в замке. Теперь осталось найти того, кто знает, где сейчас Эд. Видно, тюремщик забрал ключ с собой, когда прочитал записку. Эти ходы должны вести прямо в замок. Заняться любовью или драить полы? Надеюсь, Альбрадо, Господь простит тебя за то, что ты собираешься сделать. Кто ты? И что здесь делаешь? Ты что, сбежал из камеры? Неважно, стой на месте. Скоро придет мой друг, уж он-то тебя запрет. Простите, господа. Не знаете, где граф Эд? Граф Эд? Какое нам до него дело? Нет, куда важнее то, где Вольтер Дюсанс.
Да? И кто же этот Вольтер Дюсанс? Великий воин? Вольтер-то воин? Нет, он исповедник графа Эда. И сейчас умоляет его выдать нам вина. Мы хотим напиться в усмерть, прежде чем сюда ворвутся норманы. Исповедник Эда может знать, где граф. Но сперва нужно пробраться мимо стражи в крыло для слуг. В коридоре много стражи. Нужно быть осторожнее. Мог вас оставить одну, мать своих детей. Подумай только, какой же это упрямец. А уж этот Вольтер Дюсанс до того пьян, что и соборовать не может. Просто кошмар. Прости, это еда для графа Эда? Нет, для его жены, госпожи Туадрады. Она при смерти. А ты кто, незнакомец? Лекарь из Фризии. Скажи, что стряслось с госпожой? Стрела угодила ей в живот, когда госпожа помогала раненым. Убеди этого паршивца Вольтера причастить и соборовать бедняжку. Он наверху. Хорошо, постараюсь. Спасибо. Особое вино для важных гостей может пригодиться. Пьяный священник! Позорище Господа! Прости, святой отец, где найти графа Эда? Эда! Гордыня этого глупца погубит нас! Да, все же где он? А ты вообще кто? Ничего не скажу, пока не дашь вина. Память моя без него мутится. Вот тебе вино. Надеюсь, теперь ты вспомнил, где граф Эд? Вино? Сладкое, вкусное вино! Живая вода, кровь Христова, жаркая руда мира! Нет, обычное красное. Держи. Господь внял моей мольбе. Можно и умирать. Пока ты жив, не скажешь, где граф Эд? Граф? Не знаю. Но его раненая жена лежит в спальне. Может, ей что-то известно? Спальня на втором ярусе, над главным залом. Вот, держи ключ. Я запер дверь. Спасибо. Надо теперь идти в спальню Эда. Любовь моя, это ты. Нет, ты выше ростом. Ты священник. Здесь слишком темно. Я вижу лишь смутные тени. Ты исповедуешь меня, отче. Да, госпожа. Все верно, я священник. Святой отец,
Прости меня, грешная. Возгордившись, я ринулась в бой без доспеха, уповая на защиту Господню. Теперь я умру и больше не увижу своих детей. Где они, святой отец? Они в безопасности. За ними смотрит славный человек. Вальтер Дюсанс. Хорошо. Святой отец, прошу, передай слова умирающей женщины ее любимому мужу. Конечно, дочь моя. Что сказать графу Эду? Что он добрый человек и должен жить ради детей, ради Парижа и Франкии, а не пасть ради короля-безумца. Обещаю, госпожа, я все передам. Но где же сейчас твой муж? Эд решил запереться у себя. У себя? Вверх по лестнице и дальше через зал. Муж надеется, что Карл приведет войско и спасет нас. Говоришь, он заперся? Ключ в ящике столика. Возьми, помоги моему мужу, чем сможешь. Смерть уже подступает, плавно и тихо, словно тень сумерек. Веки так тяжелы. Мама, где же ты? Прощай, госпожа. Здесь лучше не шуметь. Господин, чему нам умирать? Твоя жена при смерти. Иди к ней. В этом твой долг, как супруга. Мой долг ждать здесь. Когда Карл приведет войско, мы ударим с двух сторон. Сокрушим язычников между молотом воинов Карла и наковальней Парижа. Иди, Вальтер. И попытайся утешить мою жену. Господь уготовил мне иную участь. Священник прав. Сложи оружие. Спаси свой город. Норманны считают, что гибель в бою достойнее всего, верно? Ну же, выпей с обреченным человеком. Мне часто доводилось слышать, как воины звали своих матерей, истекая кровью. Не могу сказать, что нет смерти лучше гибели в бою. Твоей жене стрела попала в живот. Я видел ее. Она не доживет до утра. А мне не осталось даже четверти часа. Она просила тебя жить ради детей. Не умирать за короля-безумца. Взгляни на витражи. Хрупкие и бесценные. Мастера из Ивре делают каждый годами. Соглашусь, они прекрасны. Мы решили спрятать их здесь. Понадеялись, что так сможем спасти их от вашего войска. Значит, ты хочешь, чтобы я позабыл о чести и сдал вам город?
прожил остаток дней пленником Сигфреда. Ты согласился? Нет, я бы сразился. Однажды я погибну, сжимая клинок. Так было предначертано. Но этот день еще не настал. А если ты скоро будешь лежать, истекая кровью, и звать свою мать? Она уже давно мертва. Не нужна твоя смерть. Честь требует. Господь, добрый меч доброго воина. Ты славно бился, граф Фетт. Но этого мало. Убей меня быстро. Недостойно глумиться над побежденным. Это не рога Сигфреда. Это Карл со своим войском. Он еще успеет спасти город. В чем дело? Я вижу флаг перемирия. Карл будет говорить с Сигфредом. И мне нужно быть рядом с ними. Как и мне. Впрочем, ты взял меня в плен. Ты свободен. Я знаю, честь не даст тебе нарушить перемирие. Спасибо, Эйва. Конечно. Конунг Сигфред, прими это серебро в знак моего признания и нашей дружбы. Давай же заключим мир. Ты готов платить за мир? Нет, за крепкие узы. Преклони колено, и я объявлю тебя графом Руана. Я не кланяюсь и богам, не то что людям. Подожди, я должен обсудить этот союз. Эйвор, хвала богам, ты жив! Да, как и ты. Мне удалось пробраться в замок. Эд был готов уже сдать город, но... Но тут Карл прибыл под флагом перемирия. Да, а ты что? Когда мы разделились, я вместе с Тенами нашла принца-бастарда. Он близко. Эйвор! Боги и правда любят храбрых. Храбрых и везучих. Да, я слышал. Карл верно предлагает нам гору серебра? Именно. Взамен нужно лишь уплыть отсюда. Он обещает столько сокровищ, что каждый наш Тен обогатится. Те из них, кто выжил? Мы, отродясь, рискуем жизнями за серебро. Ну что, согласимся?
Клянусь мошонкой Локи, да! Раз старый тролль так хочет, назовем его королем. Я знаю Карла получше твоего. Он может предать нас. Пусть попробует. Я лишу его серебра и престола разом. Дядя, мы здесь ради серебра и мира. Всю Франкию не одолеть. Нас слишком мало. Карл, мы принимаем твой дар и готовы заключить мир. Сигфред. Сей муж, Сигфред, клянется быть мне верным другом и стеречь наши земли, Амьен и Руан. Козлен и Вели, моя жена, погибли, защищая Париж от этих разбойников. А теперь ты отдаешь им серебро, которое мы собрали тебе за защиту. Ты безумен? А, это мы и так знаем. Скажи лучше, глупец ты или трус? Сигфред клянется оборонять наш север. Отдашь им то, что по праву мое, и ты мне не король! Граф Эд, я победил тебя, но сохранил жизнь. Так соблюдай же наш уговор. Язычники знают о чести больше, чем наш король. Славный был день. Но я уже устал от долгих речей. Мы заберем серебро и пойдем. А вы, франки, разрешайте свои споры. Стой. Еще кое-что. Эйвор из Англии. Мне нужен мой сын, Бернар. Я не могу отдать мальчика такому, как ты. Он волен идти, куда хочет. Да как ты смеешь? Ты хочешь боя, король? Лишишься и мошны, и мошонки. Не нарушай мир из-за мальчишки. Бернард не просто мальчишка, а мой сын и наследник. Заделаешь другого. Или разучился? Я найду тебя, Эйвор, из Англии. Что ж... Нам достались победа и серебро. Идем же пировать. Завтра франки похоронят своих мертвецов. Славе Бога за то, что живы. И правильно. Сейчас мы лишь коснулись Парижа. В следующий раз он познает остроту наших клыков. А если Карл подумает, что может вновь бросить нам вызов, пусть лучше вспомнит блеск лезвий наших топоров. Пусть вспомнит алую дымку в воздухе и привкус железа. Наслаждайтесь пиром! Кошель серебра тому, кто выпьет больше эля, чем я! Сколь! Сколь!
получалось видеть такое раньше. Что тут у вас? Бег со свиньями? Да! Разве не смешно смотреть, как хмельные люди бегают за ними? Пожалуй, у нас бывали забавы и похуже. Поучаствуешь, Эйвор? За победу дадут пригоршню серебра. Или не справишься? Где мне начинать? Отлично, Эйвор. Побежишь отсюда. Начинай после свиньи. Я к вам присоединюсь. Забавы ради. Готов? Давай. В моей саге еще одна победа. Ты часом не Слейпнир? Повеселиться куда важнее, чем победить. И правда. Мы сегодня вспороли Франки и брюхо. Пора полакомиться ее мясом. Наша добыча достойна змея. А дороги теперь блестят от влаги битв. Так и есть. Только вот, был ли смысл в кровавой резне? Хватит назиданий, Эйвор. Я вряд ли что-то запомню. Думаю, тебе стоит на время отложить рок. Несомненно, но точно не сейчас. Ты неисправима. Это точно. Я добыла в бою отличный меч. Держи. Пусть напоминает тебе об этом дне. Благодарю. Я буду дорожить им. Я рада, что Бернар не достался отцу. Я скучаю по Синрику, но лучше жить сиротой, чем с отцом вроде Карла. Мальчик не заслужил этого. И мой клан вряд ли захотел бы добиться мира такой ценой. А, Эйвор, спорим, так ты еще не развлекался. Тут нужно швырять еду. Швырять сыр? Да, игра с душком, признаться. Нести будет хуже, чем от Карла. И вам нравится? Лично я сыр предпочитаю есть, но не смею осуждать народные забавы. Ну, хочешь тоже сыграть? Почему бы и нет? Звучит легко. Постарайся никого не задеть. Лучше бросай посильнее. Жаль. Как там говорят, не можешь победить, съешь? Ты ожидал, что все кончится иначе? Я думал, ты привык сражаться и размахивать чем-то острым, а не швыряться кусками сыра. Ты многого обо мне не знаешь, Пьер. Да? И чего же, позволь спросить?
Жаль, я не в настроении учить. Ладно. Этой ночью есть что праздновать. Так что иди. Развлекайся. У Сигфрида был такой мрачный вид. Может, Эль теперь поднял ему настроение? Эйвор Болтун. Роскошная добыча, Сигфрид. Чем вы с графом Эдом занимались, пока к нам подступало войско Карла? Я пытался вынудить его сдаться. А что с того? Разве не странно, что ты успел повстречаться с Эдом, Рихардой и даже с Карлом? Но все они до сих пор живы. Все, что я делаю ради моего клана. Не странно ли, что нужно покрыть клинки соком битвы, чтобы насладиться такой ночью? Мы празднуем не ради себя и павших врагов, а ради наших мертвых, чтобы почтить их память. Ни кровь франков, ни пир не радуют меня. Я все равно не чувствую покоя. И все же ты отомстил за своих убитых, снискал славу от их имени. Это и есть цель. Месть и слава. Я все меньше понимаю, зачем мы делаем то, что делаем. Ради Вальгалы? Ради клана? Может, просто ищем причины жить от одной чаши меда до другой? А может, причины вовсе нет, и мы ничем не лучше волков, и нас ведет голод, суть которого мы не в силах понять? Быть может и так, но ради своих кланов мы должны держаться уверенно. Нет, я не верю, что нас ждет зал Одина. Есть только этот мир, ничего больше. Довольно притворства. Во Франкии много плодородных земель, много богачей и сытых пахарей. Мы получим все, что захотим. Завтра мы пойдем на юг за сокровищами, которых не предложит даже король. Мы дали Карлу слово. Мы? Ты отказался возвращать ему сына, Бернара. Или уже позабыл? Это другой вопрос. Иначе Карл... Плевать на него! Сегодня мы пощадили Париж, но завтра выступаем в Бургундию, а после займем всю Франкию! Сигфрид, я остановлю тебя! Попробуй. Я должен пойти за ним. Что, брат Волка, нас с тобой ждет Хольмганг? Я лишь прошу тебя следовать уговору. Что этот малодушный болван может знать о чести? Я Карлу ничего не должен. А вот
Это он мне сильно задолжал. Пролей хоть море франкской крови. Ни Синрика, ни других не вернуть. Не всякое зло можно исправить. Зло, добро, честь. Ха-ха. Что мы о них знаем? Вся это бессмысленно. Эйвор, можно ли оправдать пролитую нами кровь? Или мы просто глупцы на подмостках Франкии, готовые сплясать в последний раз? Готовься к бою. Так ты не обретешь покоя. Не лучше ли искать дружбы, стремиться к новому, смотреть в будущее? Хоть стремись, хоть нет, а все равно погибнешь. Мы исчезнем без следа, подобно утреннему туману. Прими вызов или признай свое бесчестие. Пока не встретишь свою скорбь лицом к лицу, она тебя не оставит. Ни моя кровь, ни кровь франков не исцелят тебя. Твоими устами будто говорит сам Синрик. После его смерти я словно плыл по морю без звезд. Что посоветовал бы тебе брат, будь он здесь сейчас? Жить дальше. Просто жить. Мне здесь нет места. Моя родня мертва. А те, кто еще жив, должны сами решить, чего хотят. Пусть ими правит Тока. А чем займешься ты? Уйду отсюда. Задамся другими вопросами. Забуду все, что знал. Найду новый путь. Сигфред! Куда это он? Далеко. Значит, я пойду следом. Нет, Тока. Ты нужна клану. Гибель моего отца изменила его. Он и так был нелюдим. А тут ему еще пришлось в одиночку вести наш отчаявшийся клан. Даже столь славный вождь не может править вечно. Или из-за его властолюбия пострадают другие. Когда он говорил, мы лишались сомнений, исполнялись храбрости, отваги. Его пламя еще живет в вас. Сколь! Сколь. Не нравится мне это вино. Порой вождю приходится пить и то, что не по вкусу. Есть вести от графа Эда. Что ему нужно? Он хочет срочной встречи с Эйвором. Говорит, королева в опасности. Мои люди подтверждают его слова. Карл снова охотится за ней и сыном. Что думаешь? Эд не стал бы лгать. Раз он прислал весть, нужно спешить.
Я в долгу у королевы и обязан помочь ей. Иди. Боги на твоей стороне, брат Волк. Из Англии. Ты прислал весть. Значит, королева в беде? Да. Следуй за мной. Взгляни на этих людей. Трудятся с радостью и с гордостью. От них зависит красота моих виноградников. Качество вина – заслуга этих людей. Это не просто труд. Они гордятся этим виноградом так же, как я. Я здесь не ради твоих виноградников. Да, но это не просто виноградник. Такой я вижу Франкию. Такой она никогда не станет при Карле. А, виноград собран как раз вовремя, Рау. Требьян, я в тебе не сомневался. Мерси, месье. Из этого винограда делают знаменитое вино. Должен признать, эти земли на редкость прекрасны. Да. Идем. Я не так скоро хожу, как раньше. Мой врач говорит, раны что-то нанес. Чуть не убили. Ты сам хотел боя. А ты сражался за свой народ и свои честь. Я не держу. И поступил как истинный. Мы схожи больше, чем кажется. И шрамы будут напоминать мне. Я боялся, что послание перехватят люди Сигфрида. Сигфрид покинул этот край. Его люди теперь служат Токи Синриксдоттер. Это стоило бы отпраздновать. Но, боюсь, Тока лишь еще один дьявол в кольчуге. Тока многому научилась у Сигфрида. Например, как не следует поступать. Надеюсь, что так. Ты сказал, что Рихарда в опасности. Ты поэтому послал за мной? Эти люди готовятся восстать и сбросить ярмо власти Карла Толстого. Я принял горькую истину. Тебе, захватчики Севера, я вижу больше чести и отваги, чем в своем короле. Честь не зависит от страны или веры. Да. И, похоже, Рихарда это знает. Вместе с Бернаром она сыграет важную роль в будущем Франки. Бернар, у меня был сильный соблазн отдать его Карлу. Тебе хватило милосердия не обрекать мальчика на ад на земле. Бернару куда лучше с Рихардом. Где королева? Прячется в таверне в Амьене под охраной моих людей. Но от них уже давно нет вестей. Слишком давно. Я отыщу Рихарду. Долг велит помочь ей, как она помогла мне. И она мне друг. Есть еще кое-что. Восстание победит. И эта победа проложит мне дорогу к престолу. Вот, значит, твоя цель. Я все это время верно служил Франке и Карлу и Богу. Но теперь король разоблачен. Тебе нужен король, который не посягнет на Англию, им стану я. Если я убью Карла... Окажи эту услугу Франки, и мы ее не забудем.
Я знаю, ты человек чести, граф Эд. Я убью Карла, если будет возможность. Сделав это, ты скрепишь союз между людьми своего клана и всеми народами, что населяют Франкию. Сперва надо найти Рихарду в Амьене. Ступай, Эйвор Мудрый. Я буду молиться, чтобы Бог направил твой клинок. Мы победим зло, как побеждали всегда. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Похоже, это охрана королевы. Хозяин, что тут случилось? Прячься. Может, оно еще здесь. Чудовище. Столько крови. Прячься. Придется осмотреть все самому. Лестница помогла королеве спастись или привела к ней врагов? Снова люди Эда. Им не удалось защитить королеву. Монах. А он что здесь делал? Красный маг. Да, это люди Эда. Стань моими глазами, Сюнин. Свиток. На нем странные знаки. Возможно, это просто учение Бернара. Хозяин таверны может что-то знать о свитке и знаках на нем. Там наверху мертвый монах и свиток на неизвестном мне языке. Это, быть может, писание на латыни? Юный принц знает латынь. Бернар? Да, они были здесь. Монах его учитель, он из церкви Амьена. Я слышал, королева велела Бернару идти к ним, если случится беда. Что ж, тогда я поищу королеву в этой церкви. Thank you.
точно видел мальчишку. Этот паршивый бастард где-то... Бдительная тут стража. Будь она ведьма, это даже там кляво. Богу, это ты! Что случилось? Чудовище забрало нас в поместье отца. Но Рихарда отвлекла чудовище, и я выбрался через дыру в стене. Там есть башня, и если долго карабкаться, можно перебраться. Где Рихарда? Где королева? Чудовище! Она с ним! То, которое устроило ужасную бойню в таверне? Она сказала, нас надо отдать отцу, чтобы проверить. Я был... Проверить? В смысле? Какой-то... Испытание. Да, точно. Испытание огнем. В поместье отца, здесь, в Амьене. Карл отправит ее на костер. Ступай, Бернар. Отправляйся домой в Лизье. Я найду Рихарду. Я мог бы помочь тебе. Не стоит.